Мир по бирпонгу. Вот ящик. Я сейчас расскажу, можно музыку немножко потише. Я сейчас расскажу вам правила, которые нужно придерживаться именно здесь. Правил много. Все остальное, да? У нас будут команды. Уже сейчас мы вам скажем, какая команда, с кем играет. Дается 5 минут на игру. Не больше. Самое главное, мы берем мячик. Да, мячик. Самое главное, за стол не заступаем. Давайте, чтобы все видели, я не знаю. Вот так нельзя. Да? Можно. Вот так, или навесом, или перекидом, и все остальное. Хорошо? Дальше. Взяли бокал пива, выпили и стаканчик выбросили. Мы его повторно не используем. Большая просьба. Все команды перед тем, как будут играть, дезинфицируют ручки. Хорошо? Не пить. Не пить, да. Самый главный приз. У нас будет ящик пива. И еще будет два маленьких подарка от нашего спонсора. Это Егермейстер, как всегда, радует всех. Вопросы есть? Нет. Ну, вы уже 10 со мной ездите, я думаю, вы все знаете. Ребят, у кого есть вопросы? Вроде бы я рассказал. По ходу игры мы будем вам помогать. Ну, по сути, вдруг что-то где-то застали руку, что-то там. Наташа здесь, Валера здесь. Илья здесь. Он берет эстафету, продолжает дальше. Ну что, с началом новой игры. Пинг-понг, ура! Перенимаю микрофон у Валеры. В сегодняшнем нашем поединке столкнется 12 команд. Всего будет, получается... Короче, будет много боев, честно, у меня тут не подписано. Давайте начнем с команд. Собственно, несменная первая команда. Печени.нет. Виталий и Дмитрий. Они столкнутся с командой под названием «Фиксики» в лице Оли и Ани. Большой-большой секрет. Дальше третья команда, ММ, в лице Вани и Саши. Аплодируем. Они столкнутся с командой «Крутые перцы» в лице Даши и Кати. Все друг друга увидели, все поняли, с кем будут сражаться. Дальше команда МЖ в лице Лины и Любы. Я вас вижу. Вы столкнетесь с командой Пилюлькины в лице Алены и тут Давид слэш Таня. Кто явился? Таня. Дальше у нас Бонг Бир, очень оригинальное название, в лице Богдана и Андрея. Богдан и Андрей, просьба поднять руки, чтобы знали героев в лицо. Вы столкнетесь с командой «Крепкие орешки» в лице Игоря и Пети. Петя все увидели, все познакомились. Кто с кем столкнется в поединке. Далее команда «Стоп Кран». Лице Ильи и Вадима. Илья тезка, мы и Вадим. Вы столкнетесь с легендами вчерашнего вечера с командой Цитрамон в лице Виталия и Юхови. Ну и две последние команды. Отмороженные пальцы в лице Ольги и Александра. Против команды, которая решила интерпретировать фразу из легендарного фильма «Брат 2». «Мальчик, пивка нам плесни, мы в бирпонг играем!» В лице Роман.
креатив. В общем, все друг с другом познакомились. Поэтому прошу выйти представителя первой и второй команды. Первая команда Pishani.net и фиксики. По одному человеку. Так, ручки, ребята. Да, и обязательно обработать руки, потому что куча мутаций коронавируса не дремлят. Конечно, мы продезинфицируем организм внутри, но надо и снаружи продезинфицировать. Выходим по одному, потому что, смотрите, сейчас вот, допустим, Виталий и Аня. Вышли представители первой и второй команды. Играем как? Сначала Виталий против Ани, 5 минут. Слышите? Аня, давай, давай. Микрофон держим вот так. В общем, так лучше слышно? Да. Получается, Виталий сражается против Ани. Потом по истечению либо Виталий победил, либо Аня победила. Начисляем по одному баллу, по одному же. Или будем... Не-не-не. В паре играем, нет. Ребят, играем в паре. Все, решено. Становится два человека, играем по очереди. Я кинул мячик. Теперь вы кидаете. Только мы участники меняем. Хорошо? Все. На это дается 5 минут. А пить когда? Сразу же, как только попал. Все, Видите, вы еще не попали, это рановато. Он уже попал. Я могу дать. Давай, выступай. Начинает наш матч команда Pishani.net в лице Виталия и Дмитрия. Время. Пошло. Виталий. Виталий нападает. Первый попал. Ответ. Бьет один или двое? Время! Сейчас два шарика, да. Если попал, то попал. Ты бросай. Если попал в стакан, то следующий раз это стакан. Ничего было близко, потому что бросок. Предлагаю сделать этот матч не в зачет, бой, чтобы все поняли. В смысле, я вас выпила? Зачет, короче. Добро. Браво, хорошее попадание. Мне попей, в кому? Ваши желания исполняются. Дезинфицируем организм изнутри. Прекрасный удар. Теперь второй Дмитрий, такой же меткий, надеюсь. Браво, Дмитрий, победитель. Они кинули по два раза, а те по одному. Страна. Аня. Вы сначала выйдете. Так там же два должны быть. А, ну да. Почти, Виталий, было близко. Почти и очень близко. Дмитрий сейчас промазан. Валера. Ну?
неплохой бросок. Хорошая попытка, Виталий. Виталий, хорошая. А, вы просто пиво пьете? Да. А, я с вами. Я с вами. Хорошая попытка, очень близко. Да что такое? Время, давайте там. Неплохая попытка. Дмитрий начал хорошо, кончил за упокой, но ничего. Начал за здравие, но кончил за упокой. Отлично! Поаплодируем команде «Фиксики». Это такая тактика. Лимит. Виталий, хорошо, попытка. Второй победы. Ура! Виталий, браво. Теперь команда «Фиксики» два победных, один победный. Прекрасно, молодцы. Дмитрий уже третий стакан утилизирует. Вам надо меньше пить. Резкость уже падает. Все в молоко пошло. А, нет, блин. Так, Виталий. О, браво. Сейчас, я прошу. И второй. Второй. Второй победный. Хорошая попытка, Виталий. Поддержать. Первый победный, теперь второй такой же, надеюсь, победный. Дмитрий, вы что же попадаться перестали? Все продолжаете. Нам очень у вас контужено, вы продолжаете. Почти. Так, победный заход команды «Фиксики». И у нас ровный счет, кстати, 5-5, так что Виталий взял. Время осталось 5-5, поэтому предлагаю по первому шару. По одному. По одному шару до первого. Давай. До первого. Начинает команда «Фиксики». По одному шарику. Давай. Так, девочки, начинаю. Делайте, если вы вдруг выливаете, мы же будем право. Нет, уже нет, уже нет. Так, Виталий. Давайте прицельтесь и. Напряженный момент. Как только один бросает? Нет. Дмитрий, ой, зря. Какая хорошая попытка. Близко, надо было чуть-чуть дальше. Поздравляем команду «Фиксики» с проходом во второй тур. Теперь приглашается команда ММ и крутые перцы. Вау. Просто подойти к столу. ММ в лице Ивана и Александра и крутые перцы в лице Дарьи и Катерины. Кто начинает? На УЕФА давай. Давайте на УЕФА.
Хорошо, начинай, девочки, потому что в одни были вступить. Давайте, только попадайте, пожалуйста. Дай пока пиво наклеться, Лёша. Я хочу выпить, да? Уже можно начать. Мы будем есть еще раз. Раз, два, три, поехали. Хорошее начало. А, подайте мяч. Почти попали на бортик, очень близко были. И вторым заваром из стеночки. Браво! Первый стакан команды ММ. И первый гол команды «Крутые перцы». Отлично, первый стакан команды «Крутые перцы», первый балл команды ММ. Второй, к сожалению, пролетел, но ничего. Счет идет 9-9. Почти было 9-8. Но сейчас будет 9-8, я же сказал, будет 9-8. Счет 9-8. 9-8. Отличное попадание. Продолжим настрой. С таким же настроем давайте. Браво! Теряем девочек. Я пиво! На нашем попадании. Мы можем за вас. Попади! И второй момент! Брат, ты не сама? Я за себя! Счет 7-7. Пока что у нас ничья. Отличная попытка. Теперь... Плохая попытка. Наташа, дай мне пробку. Следующую, дай мне. Счет у нас все так же 7-7. Остается неизменно. Давайте, команда ММ уже хочет выпить пиво, но отдает. Почему пиво теплое? Самый главный вопрос. Это тёплое! Я попробую. Отлично! Попало в бортик, но близко. Отлично! Между тремя попало, к сожалению. Но попытка хорошая. Так, команде ММ надо меньше пить. Больше, больше, больше! Только больше! Бросок команды «Крутые перцы», счет 7. Все так же. Счет 7-6. Счет 7-6 в пользу команды «ММ». Отлично! И почти отлично. Ну, один из двух тоже отлично. Иван доволен этому, как никогда. Два. Дима, вы поймёшь, второй? Два, подожди. Да, правильно. Это вообще ордер. Почти. Почти. Больше. Тем не менее, счет 6-6, а времени, Валерий, минута. Осталось минута. Отличная подача, прямо в руки. Почти 6-5 и не почти 6-5, но все равно неплохо.
попали в бортик, но было близко. Половинку зачтем. Команда пишет. Чисто похоже. Красивый, прекрасный гол. Время. Время. А все уже. Уже все. И победитель команда «Крутые перцы». По итогам второго столкновения женская команда выигрывает уже вторую мужскую команду. Но стоит признать, мужская команда поддается, чтобы выпить побольше пива, поэтому... Но дальше бои мужчины с мужчинами, поэтому поддаваться уже никто не будет. Так, прошу выйти к нашему пьедесталу. Команду МЖ и команду Пилюлькины. Просто подойти к пьедесталу. Приветствуем обе команды аплодисментами. Ну, так как тут уже все не так очевидно, как будем первый удар разыгрывать? Вы не поняли? Давайте команда Дайте лучше пиво. Да. Вы забиваете, мы просто за пиво пьем. Так, готовы? Сейчас отпустим. За стол нельзя. За стол. Вот так. Раз, два, три, поехали. Время пошло. Плохое начало и второй. Попали в бортик, но все равно отлично. Половинка зачитается. Дайте хоть половинку. Не считается. Так, это не считается. Мы готовы пить за две команды. Но если вы вдвоем регистрировались, это не значит, что вы можете за ним пить. Там была оговорка. А с кем оговорка? А, ну тогда ладно. А если там тебе забрался, да? Очень близко. Мы со своей командой, что мы сейчас играем. И за них тоже. Отлично. Браво. Хорошее начало. И... А, уже... Счет 9-10. Я думал, мы писали. 9-10. Вообще не попали. Ну, очень близко. Прошлось по бортикам, к сожалению. Две половинки считается один. Счет по-прежнему 9-10 в сторону команды МЖ. Счет никак не обновляется. Нападение. Я уже кричать хотел, но... Мы тоже. Почти. Еще раз. Господа, давайте поспешите, команда ЭВМ хочет выпить, поэтому поспешите, чуть-чуть активнее, чуть прицеливаемся. Почти! У вас как-то влево стало, прыгнули еще правее. Ой, хороший заход был, хороший, прекрасный. Выдох, на выдохе делай. Подключаем снайперский прицел, целимся и... Не учи баллистику, что пуля летит чуть ниже, надо было чуть выше взять. Так, ну вот чуть-чуть правее. Отлично! Счет отбавился 9-9. А, папа тут. Счет 9-9. Так а кто выпил пить? Ну так можно?
сами две команды. И отлично, счет 8-8. Разогрелись все эти же матчи. Хорошо пошли. Не подумай. Так тоже можно было. Хорошая попытка, почти попали. Пардон. Так, счет 8-8, поэтому чуть быстрее решайте, что будет. Кто первый попадет? Хорошая попытка. И второй попадет. Не угадал, но ничего. Не беда. Повторю, значит, тогда чуть позже. 8-8. Выпил. Вот это мой подарок. Лучшему. Ну, один из двух тоже отличный результат. Счет 7-8. Пойдем. В принципе, можно засчитать. Пол-балла как раз можем засчитать. Готовы выпить? Водичку. Нет. Правее, чуть-чуть правее надо брать, как по мне. Отлично! Счет получается 6-8. Отрыв. Два стакана пива. Две трети стакана пива. Одна третья. Одна десятая стакана. Остались самые дальние, одни из самых тяжелых. Забивайте больше. Мам, хорошо, хорошо попали почти. Да. 20 секунд осталось. Так, команда МЖ, давайте. А тянуть время нельзя. Уважаемые пилюлькины. Все, команда МЖ, давайте. Время. Ничего не решит, все равно счет. Но нет, решит. 6-6. 6-6 счет. Но было после звонка. Можно выпить. Ну, я пытался. Я во всяком случае пытался. Давайте сошли повтор. Илюха, там не 6, как ты посчитал? Два, два, два. Выиграла команда Пилюлькины. Сейчас я занесу табличку. Ой, результат точнее. Теперь просим к столу команду «Понг Дин» и «Крепкие орешки». «Понг Дин», «Крепкие орешки». Желаю вам удачи. Сейчас встретились впервые за нашу историю сегодняшнюю две мужские команды. Поэтому тут уже начинается бой не на жизнь, а на смерть. Кто первый? На улице? Время. Время пошло! Хорошая мужская начала! А, отойти. Счет 9-10. Отличное начало команды «Крепкие орешки». Столовки прокатывали. Да,
Почти попали в стеночку. Чуть-чуть выше надо было взять. Отправляется в стакан с цилиндром нашивком, с жидким хлебом, поскольку у него попал грязный мячик. Счет все неизменный. 9-10. Ведут команда «Крепкие орешки». Ой, «Крепкие орешки», правильно? Да. Беру положить человека, открываю, положить. Просит вторую команду прицелиться. Чуть не убил. И начать широкомасштабное наступление на команду «Крепкие орешки». Команды «Крепкие орешки». Счет 7-10. Два победы. Отлично! Команда «Крепкие орешки» может употребить прекрасный целебный напиток. Первый за сегодняшний день, впервые за сегодняшний вечер, точнее. Пока что играем одним мячиком, второй пока что временно дисквалифицировал. Нет, так вы зал. Да вы это не попало. Они, наверное, далеко. Почти попали. Почти попали на бортик, очень близко. Так, осталось по ощущениям минуты две, так что команда... Полторы минуты. Просим команды собраться. Отлично! Я думаю, победитель у нас уже есть. Но пока не загадываем. Да. Попали в бортик, было близко, но чуть-чуть правее надо было взять. Тоже попали в бортик и... Считаю, что победный уже точно, наверняка. Я думаю, за 40 секунд мне нельзя будет изменить ситуацию без обид. Но мы все еще верим в команду Бонгбир. Ой, Бонгбир, простите. Можно и Бонгбир. Почти оба раза да. В стеночку, но все равно вы себя прекрасно показали. Я думаю, вам за 15 секунд надо... все. Время. И поздравляем команду «Крепкие орешки». Аплодисментами. Это наш был первый раунд. О, вы уже с вами хорошенькие. И теперь приглашается команда «Стоп-кран» и «Цитрамон». Я заметил, кстати, такую тенденцию, что у нас побеждают только четные команды. Вторая, четвертая, шестая, восьмая. Я думаю, может сразу команде номер 10 отдадим победу. Не будем нарушать традиции. Нет, не девятая. На Wi-Fi. Разобьет ли команда «Стоп-кран» стереотип? Давайте, давайте. Оля.
Ручки продезинфицировали, обязательно. Давайте, стоп, лекарство. Привет, в шоке, Андрей. Вытри это с камеры, ты что? Нет, оставим. Вырастет, потом посмотрит и будет стыдно. Удачи и время! Неплохое начало. Мне даже семьи еще не было. Чуть-чуть правее надо было взять. Отлично. Хорошее начало. Только это должна была 10-я команда так начать. Ладно, все получилось. Да. Ой, какой красивый забитый мячик, так вертелся красиво. Гол сезона. Теперь мяч 9-9. Золотые шары. Ой, Андрюша, почти попали. Попали в бортик, но очень хорошо идете, как и 9-я, так и 10-я команды. Отрикошетило и по стеночке, к сожалению. Нападает Илья Войтёска. Почти второй. Отлично! Хороший удар, красивый. Я. Не на стол. Нельзя на стол. Отлично, Виталий. Очень хороший удар. Таким образом, если не ошибаюсь, вы сравняли счет. Угу. Становится 8-9. Ой, 8, нет. 7-8. Да, 7-8. В пользу 9-й команды. Вопреки всем ожиданиям. Нет, ладно, ожиданиям нет, но традиции, да. И второй, хотел сказать, победный, но вовремя остановился. Время есть, счет, как бы... Не критичный. Хороший удар чуть-чуть левее надо, а тут чуть-чуть правее. Это где-то между этими двумя ударами. Счет все так же 7-8. Ведет команда номер 9. Почти очень близко. К сожалению, попало в стеночку. Давай, он, блин. Близко, очень близко, но... Уже какой раз... Какой раз отлетает из стаканчиков. Ну, теперь вы поменялись защитными. Теперь считаю вас равноценно 2-2. Два незабитых там и там. И стеночка, к сожалению. Штанга, штанга. Победный. Почти второй победный. Ну, все равно ведет команда номер 9. Стоп-кран. Команда номер 10, Цитрамон, соберитесь. Цитрамон она. Попали между двумя, но... И второй удар. Почти победный, но... Цитрамон, соберись! Подача в руки. И вторая подача в руки. Третья подача в руки. И четвертая подача в руки.
Аспирин! Ой, вверх, между двумя по стеночкам прыгало, но, к сожалению... Рожи, Диме гроу кричать. Отлично! Первый гол за последние 2 или 3 минуты. Ах, лавон! Почти. Стоит признать, было близко. Да, лови, 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 лови! Время! И поздравляем команду номер 9! Проходим во второй тур. Ничего, попьем еще. Побеждает команда номер 9, разрушив стереотип о четных числах побеждающих. И приглашается... Добро пожаловать. Последние два клуба. Отмороженные пальцы и мальчик кивканом блесним пирпонг играем. В лице Александра и Ольги и... Романа. И... Романа. Романа и Павла. Знаешь, живем и не знать, не забыть. Да. Я все снимаю. Так, обратный отсчет. 3, 2, 1. Время пошло! Начинает команда. Мальчик пивка нам плесни. Мы в бирпонг играем. Начинает с двух подач в руки, но... Отлично! Отмороженные пальцы согрели пальцы первые. Отлично попал. Роман опустошает бокал с жидким золотом. И Роман решил сразу атаковать. Не на столом, да? Не-не, неплохая подача. Александр. Очень близко, к сожалению. Дважды по бортику, но... 0-5 результат, 0-1. Близко, к сожалению, по бортику. Бортики не засчитываются. Роман. Отлично. Павел. Почти отлично. Но результат один из двух мнений прекрасен. Молодежь. Счет у нас 9-9. Почти стал 9-8. Но, к сожалению, опять попаю в бортик и отрикошетило. Роман. Отлично. И Павел, надеюсь, также отлично продолжит. Почти. Счет 9-8. В пользу команды с очень любым названием. Почти, но все равно разрыв. Вадим, стакан. Почти попали опять в бортик. Тоже в бортик и тоже в бортик. Очень близко. Как раз, но если не слово не говорит. Почти попали и подача в руки. Теперь два шарика от Романа. Отличный удар! Наравне с ударом Виталия. Такой же верченый, крученый, красивый. Рома просто высокий, ему легко дается. Рука. Теперь два мяча команда, отмороженные пальцы. Первый мимо и второй. Хотел сказать, конкретный дуэльный ход. Заморожки. Павел атакует дважды и второй раз почти успешно.
Александр прицеливается и удар. И второй по бортику. Мне кажется, сейчас Юля должна попасть. Два. Роман оба раза, к сожалению. Или к счастью, смотря для кого. Почти. Чуть-чуть левее надо было взять. И... И перелет, к сожалению. Павел первый удар Павла и второй от Романа, к сожалению, оба мимо, к счастью. Очень близко, очень. Да! Отлично, Павел! И отлично, Роман! Я считаю, вы создали себе прекрасный разрыв, теперь можно расслабиться. Победи в карту. Времени осталось. Отлично! Не время расслабляться. А может еще есть время для реванша? Они время тянут. Они надо время тянуть. Украли один стакан. Почти попали. И две подачи в руки от Александра, теперь Павел почти попал, и Роман почти прекрасный удар. Время! Время! И побеждает команда номер 12, если я не ошибаюсь. Да, победитель команды номер 12. Мальчик, присни на пивка, мы домой летим. И опять четная, прошу заметить. Девятая команда, вы поломали всю игру. Саша, добро пожаловать в клуб Бутеров. Ты не один. Саша, еще на караоке заявимся и вообще отдых не удалось. Контрольный. Валер, Валер, а? Теперь к нашему столу прекрасному приглашаются две команды. Открываем полуфинал тем самым. Приглашаются команды «Фиксики» и «Крутые перцы». Дима, 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 мы тебя поздравляем с днем рождения. Начинаем полуфинал. Команда «Фиксики» и «Крутые перцы» в лице Оли, Ани, Кати, Даши. Отлично. Мячики находятся там, поэтому считаю. Или будем разыгрывать? Первые ножницы. Андрей, задокументируй, чтобы не было обмана тут. Что же, первые были ножницы. Отлично.
Мячики меняют свое место дислокации. И... Время пошло! Почти отличное начало, второй мяч. И, к сожалению, Бортик. Опять Бортик. Некая стабильность. И... Хотел сказать хорошее начало, но скажу все равно хорошее начало обеим командам. Отличное начало, просто хорошее, отличное. Утилизация первого стакана началась. Игра пошла с новым интересом, с новым азартом. Так, команда фиксики, не тянем время. Счет 9-10. Почти 9. Сейчас будет 9-9. Я же сказал 9-9. Отлично. Счет сравнялся. И отличный второй бросок. И утилизация уже третьего стаканчика. Стаканчика, ну, бокала, не, ну, заполненного на 1/10. Сейчас все так же измерили. Команда «Крутые перцы», подсоберитесь. Команда «Крутые перцы», соберитесь. Вам нужно возвращать утраченные баллы, очки. Почти. Почти хорошо и, к сожалению, мимо. Чуть-чуть дальше надо было. Поймали? Угу. Сейчас Валера Смарков. Так, я отошел, а счет уже обновился. Теперь счет получается 6-8. Побеждает команда фиксики. Идет с достаточно хорошим отрывом, два стакана. Отлично! Разрыв увеличивается. Но мы верим все равно в команду «Крутые перцы». Всегда верим на неожиданные камбэки. Всегда отлично! Главная мотивация, надо верить в себя и больше пива пить. Но это сегодня вечер. Отлично! Как-то у нас, по-моему, идут стаканы пива. Как-то два стакана. Как-то двух стаканов не хватает, наверное, чуть. Вот так вот уравняем. Да, да. Все для вас. Все для тебя. И нападение команды «Крутые перцы». Почти отлично. И вот сейчас будет. Почти будет. Почти попали. И точно такая же амплитуда, поэтому почти попали. Подача в руки. И подача в бортик. Слишком высоко взяли. Вот, ну сейчас было неплохо, чуть левее надо было. А счет тем временем 4-6. Отрыв все так же 2 очка. 10 секунд.
Агрессивное нападение! Агрессивное нападение! Забейте сами себе автогол, 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 давайте! Время! И по результату первого тура полуфинала в финал выходит команда «Фиксики». Поаплодируем команде «Фиксики» в составе Ани и Оли. Молодец. Фиксики, там не знаем, что вам сказать. Молодцы. Готовились. Не первую я, вторую она. Пьем, а третий раз берёмся. Теперь к нашему прелестному деревянному столу приглашается команда «Пилюлькины и крепкие орешки». Техническая пауза пока. Познакомьтесь глазами. Я думаю, вы и так уже знакомы, но... Но все равно, познакомьтесь еще раз. Можем достать как эту палочку из людей и стереть всем память, чтобы все заново познакомились. Ой, люди в черном, да, ошибся. А я что сказал? Я уже... Мы готовы. Путаю. Так, все готовы? Да. Второй напарник ваш. А, вы. А, техническая пауза, понял. Все команды готовы? 3, 2, 1, время! Неплохое начало, два бортика. Хорошее начало. Счет становится 9-10. Спасибо. Счет сравнивается. На 9-8. Красава. Прелестный результат команды «Крепкие орешки». Просто чудесный. Команда «Пилюлькины». Давайте тоже два из двух. И второй. Давайте второй прицельтесь, не ошибиться. Теперь команда «Крепкие орешки». Нельзя. Нельзя останавливать такой хороший. Хорошую тенденцию. И, к сожалению, пролет. Но все равно результаты очень хорошие. Команды подзарядились биотопливом. И готовы к новым свершениям. Почти очень близко. Отлично. И по старой традиции второй. Почти. Чуть-чуть правее надо было взять. Команда «Пилюлькины» идет в атаку. Первая атака провалилась, вторая будет успешной. Отлично! Я не успеваю следить за счетом, счет становится 7-6 в пользу команды, нет, да, 7-6 в пользу команды «Пилюлькины». Вот сейчас будет удар хороший. Нагадно, к сожалению. А я вас уже верю, а вы так меня подставляете. Ну, хороший удар и... Хороший удар тоже. Не отличный, но стоит признать. Хороший, точнее. Трезвым нельзя быть. Правила созданы не для трезвых. Неплохое начало атаки и успешная вторая атака. Счет сравнивается 6-6. У нас устанавливается шаткий нейтралитет 6-6. Первая атака провалилась, и вторая, к сожалению, тоже провалилась. Но ничего, команды не сдаются, верят в себя. Счет все так же 6-6, остается приблизительно минута, полминуты. Удар, атака команды «Пилюлькиных» почти успешная. Вот это будет успешный удар. К сожалению, сейчас будет
второй успешный. Ладно. Счет 6-6. Нужно собраться. Очень близко. Но было все равно красиво. Поэтому хороший удар. Тоже хороший удар. И тоже хороший удар. Почти, почти отличный. Атака команды Белюкины. Неплохая атака. И второй. Почти отличный. Хороший. И хорошая подача в руки. Атака команды Белюкины. Чуть-чуть правее надо было бы. Отлично! Команду Белюкины поздравляем. Они уничтожают равновесие 6-6. Ой-ой-ой, красиво было. Шарик залетел и, к сожалению, решил покинуть этот прекрасный стакан. И счет становится... Короче, команда Пилюлькиных побеждает, ведет. Нет? Команда Пилюлькиных ведет. Время уже? Время еще есть. Время еще есть. Давай, давайте, нападайте. Нападайте, еще есть шанс. Отлично! Теперь не тянем время. Крепкие орешки, не тянем время. Атакуем. Орешки. Время! И побеждает команда Крепкие орешки. И команда Крепкие орешки выходит в финал. С чем их поздравляем. Аплодисментами, почему никто меня не поддержал. И финальный тур полуфинала, в котором сразится нестандартная команда, которая нарушила всю традицию, команда Стоп-кран в лице тёзки и Вадима. И команда Мальчик пивка нам присни, мы в бирпонг играем. Роман и Павел, просьба подойти к нашему прелестному деревянному столу. У нас, наверное, сейчас техническая пауза. Я помою полы. Да, его уронили. А, уронили. Серьезная была игра. Пока Валера по полставке работает. Чисто. Спасибо, все, спасибо, чисто. Валер. Мне нравится, что было куплено. Уже такой скользкий полос и дела. Скользкий тип. Одного стакана. А пиво пришли. У нас сейчас техническая пауза. Один стакан покинул нашу игру, к сожалению. Там можно новый. Валера, время. Три, два, один, время! Хорошая попытка, Павел. Роман тоже неплохо начал. Команда нестандартного решения. Отлично. Почти отлично начала. Неплохо, хорошо. Опять бортик, к сожалению. Неплохие удары у вас, Илья. Хорошо поставлены. Нельзя, чтобы в финал вышли только четные. Вы должны выйти в финал. А пиксики уже в финале. К сожалению, мы попали по стеночке. Полбалла не зачет. Неплохой удар от Ильи. И отличный удар от Ильи.
1 балл в пользу команды Стоп-кран. И отличный удар! Свой шаг сравнивается 9-9. Так, Зарожье! Город Зарожье! И отличный удар! Счет! Пиво заканчивается, а на счет становится все меньше и меньше, больше и больше. Зарожье! Город Бездорожья. Что тут дети все-таки? Отличный удар. Второй. Надеюсь, не менее отличный. Почти отличный. Неплохой. Надеюсь, он останется для победы. Неплохой удар от Романа и отличный удар от Павла. Вот такие удары, и Вадим нападает. Нападение Романа, теперь Павел, к сожалению, подача в руки. Илья нападает. Почти хороший удар. И второй победный. К сожалению, ошибся. Павел. Удар по стеночке. И Роман. Подача в руки. Мужская солидарность. Вот она. Отлично. Счет становится 7-7. Некая стабильность наших матчей. Почти все матчи у нас идут очень долго. Со стабильным счетом 7-7. 7-6! Дима. Неплохо. Ну, ребенок, я же подразил. Почти успешно. Почти попали, стоит признать. Вадим, твой победный. Почти и второй победный, вот 100%. А судья подыгрывает! Я мотивирую! А вам завидно, что вы проиграли, да? Что вы перестали получать доступ к пиву. Неплохой удар и Роман. Почти отличный, но, к сожалению, между. Счет 6-7. Команде Стоп-кран нужно забить 1. За 24 секунды 1 мяч нужно забить. Отлично, у вас есть шансы, Вадим. Ну ничего, шансы еще есть, мы всегда верим. Верим во всех. Ой, почти. Не торопись. Илья, решающий удар. К сожалению, мимо. Время. И команда под номером 9 выбывает. И в финал выходит 3 четные команды. Ребята. Это твой? Это твой, забирай. А, это же мой, да? Мотивация в финал выйдет. Стоп-кран вперед. И у нас, как бы не старалась, 9-я команда в финал выходит. Четные команды. 3 команды. Это команда Фиксики. Что такое? Роман, вы проиграли в этом уроке?
А, вы радуетесь, что проиграли? А, вы же выиграли, простите. Простите, все, тогда молчу. Побеждает, выходит в финал команда Фиксики, приглашаем их к нашему столу. А, вы уже. И команду Крепкие Орешки под номером 8. Дезинфицировать руки. Это обязательно условие. Я победы. Команда Фиксики, дезинфицируем руки. Это обязательно условие для победы. Обе команды готовы. Обе команды встретились глазами. Три. Валера. Время готов? Говорю. Три, два, один, старт! Неплохое начало. И отличное начало. Стой, призвал. Счет становится 9-9. Отставим, отставим. Счет 9-9. У нас опять нейтралитет. Ровный счет 9-9. Атака Крепких Орешков. Отлично. Отличный удар, такой круговой, красивый. Счет становится 9-8. В пользу Крепких Орешков. Атака Крепких Орешков. Первая атака правда. И вторая. Хотел сказать успешно. Но... неплохой удар. И отличный. Ладно, неплохой удар. А я мотивирую. Отлично, второй круговой. Виталий, все как мы завещаем. Счет у нас становится 7-9. В пользу Крепких Орешков. Крепкие Орешки. Живы? Так, тихо, время, время, не тянем время. А я обращаюсь к обеим командам. А я не могу. Если я буду молчать, меня разорвут потом, да, Валера? Неплохой удар, но, к сожалению, тоже стеночка, но... мы помним два ваших прелестных удара круговых. Пока что за круговые сегодня никто столько не забивал их. Неплохой удар в стеночку и подача в руки. Девочки, соберитесь. Неплохой удар. И отличный удар! Команда Крепких Орешков не бьет, но бьется за ящик пива. Когда... для меня, да? Ну да, нормальный ящик. Так, тем временем счет становится 6-7. Отлично идут команды. Интересно. Отлично! Интересно очень наблюдать за матчем. Очень интересные матчи стали к финалу. Ну, в принципе, будем откровенны, в начале были тоже очень интересные матчи. Отлично. Сейчас становится 5-6. Счет 5-6 в пользу Крепких Орешков.
Не пьющие мужчины не сдаются, бьют до последнего. Все ради ящика пива. Счет становится 5-5. Стоило сказать про ящик пива, фиксики сразу оживились. Напоминаю, что приз ящик пива. Может кто-то... А, и вы не мне так хотите. У нас в финале столкнулось две из трех команды не пьющие. Счет все так же 5-5. Время подходит к концу, счет меняется. И команда «Крепкие орешки», давайте. Третий круговой. Почти. И тоже почти. Но очень хорошие попытки. Теперь играем, так как счет 5-5, играем по одному мячику до последнего. Нет, 5-5 счет. Играем одним мячиком. До первого. Все? Поехали. Команда «Крепкие орешки» прицелила. Отлично! С первого раза команда «Крепкие орешки» получает в финале 2 балла. А команды «Фиксики» получают 1 балл. Теперь приглашается к столу 12-я команда Роман и Павел. Просьба подойти к нашему деревянному столу. И еще, либо команда «Фиксики», либо команда «Крепкие орешки» сразится с 12-й командой. Команда «Крепкие орешки» решила закрепить успех. А у 12-й команды с длинным названием «Отсылка» — это фильм про два. Очень, очень хорошая группа поддержки. Отличное начало. 4-10. Роман уничтожает стакан. Почти попали. И точно так же почти попали. Павел атакует успешно. И Роман закрепляет успех, надеюсь. Ну? Ну, пол стаканчика. Давай. Неплохая попытка атаки у «Крепких орешков». Команда «Брат 2», могу вас так называть, потому что долго это называли «Брат 2». Хорошо. Команда «Мальчик пивка» на плесне. Мы в бирпонг играем. Делает очень неплохую атаку. Пока я это говорил, команда «Крепких орешков» забила гол. 2 Брюса Уиллиса объединились. И команда «Мальчик плесни» пивка нам, мы в бирпонг играем. Забивает, получается, второй гол. Сейчас становится 8-8. Снова у нас к середине игры появляется равный счет. Только в этот раз не 7-7, 8-8. Брюс Уиллис идет в атаку, к сожалению, неуспешную. Ух ты, какой рикошет красивый, Роман. Роман, к сожалению, мимо.
Двойник Брюса Уиллиса идет в атаку. Отлично. И почти закрепил успех. С чем мы поздравляем команду «Крепкие орешки». Роман произвел на заправку, заехал на пит-стоп и забил! Отлично, эта заправка у Романа была. А пить надо! Роман, что вам надо зарядиться, а то вот так успешно забили прям. Отлично, атака. Команда «Мальчик пивка» нам плеснее. Мы в бирполк играем. Не попало, к сожалению, но... Отлично! Теперь Павел произвел дозаправку. Бойтесь Павла, сейчас забьет вам. Сейчас Павел возьмет реванш, как забьет. Роман забил за Павла, и Павел после дозаправки... Павел отдал свою манну Роману. Счет становится 6-6. Какой 6-6? А, нет. Судья. 5. Ну, не наливайте ему больше. Счет становится 5-6 в пользу «Крепких орешков». Если команда «Крепкие орешки» выиграет этот бой, то финал заканчивается, так как будет уже бессмысленно играть. У них будет 4 очка против 3 в любых вариантах. В любых вариантах. Поэтому «Крепкие орешки», соберитесь. Команды, не торопитесь, просто соберитесь. Команда «Крепкие орешки» уверенно движется к выигрышу. «Крепкие орешки» снова идут в атаку. И почти успешно. И стеночка, к сожалению. Счет 4-6. И Павел... К сожалению, Павел, не попали. «Крепкие орешки» делают неплохой заход. Время! После времени, к сожалению, не дополнительный давай. Валера, давай. Момент. Время сказали, забили, там выиграли и все остальное. Давайте так. Даем право. Вам 2 броска и им 2 броска. Рома, не соглашайся. Честно. Это да. Честного поединка выиграла
Игр, вы первый. Правильно. Поздравляем с выигрышем прекрасного ящика пива Закарпатское. Где пиво? Поздравим аплодисментами команду номер 8 еще раз. В результате не трех туров, а двух одолели. В финале дважды своих оппонентов. И награждаем команду номер 8. Игоря и Петра, поздравляем с победой. Короли бирпонга данного заезда. Фото на память. Автограф можно? Нужно. Все только стоят. Игорь и Петр, поздравляем. Небьющие люди радуются пляне. Парадокс. Давайте все, кто играл. Давайте сделаем фото, ребят. Команды с 1 по 12 просим выйти. Или вы хотите. Давайте все, кто участвовал. Давайте, все, кто участвовал. Все уходят и делают помощь, прекрасно подогрызли на память. Это что, айфон? Надо посередине обязательно виновников торжества, победителей. Да сюда, давайте. Все хорошо. Столы, может, тогда просто уберем. Да все нормально получается. Так, все кричим. Снежная королева! Или Егермастер! И видео, и фото. Наташ, тебя не видно. Все нормально. Все улыбаемся, улыбаемся. Улыбаемся. Ребят, спасибо большое всем за игру. Еще раз спасибо отелю «Снежной королеве», мне, ребятам, которые мне помогали, и Игорю Вейсеру. Спасибо.